Несмотря на все трудности, первая половина сезона 2020-2021 для пензенского «Локомотива» получилась очень успешной. Железнодорожники стали победителями регулярного чемпионата, попутно прервав многолетнюю серию проигранных матчей против «Енисея СТМ». Недалеко от лидирующей позиции наши регбисты и в «семерке», поэтому перед решающими играми необходимо набрать лучшую физическую форму. Первым этапом этой подготовки станут учебно-тренировочные сборы, которые команда проведет в Мордовии. Там есть в Саранске полноценное поле, синтетический газон, который отвечает все требованиям, соответственно, для того, чтобы нам подготовиться качественно. Плей-офф уже это плей-офф, как говорится, да, здесь уже нет права на ошибки, поэтому есть над чем работать. Мы сами прекрасно понимаем, что один матч был проигран, все равно мы допускали ошибки и в других матчах, поэтому очень много работы, как и в техническом, так и в тактическом плане. В Саранск отправились 30 человек. Среди них представители как основного состава, так и дубля. Это позволит проверить их в деле в полноценных играх между собой. Кстати, «Локомотив» помогает развивать регби и в столице Мордовии. Кроме того, в ближайшие месяцы железнодорожников ждет как минимум еще один учебно-тренировочный сбор. Потом мы планируем провести сбор в Турции уже, но это будет конец февраля. Мы надеемся, что получится сыграть какие-то спарринг-матчи, пока ведем переговоры с клубами. Стоит отметить, что заниматься с командой пока будут не все. 5 игроков основного состава по-прежнему находятся в расположении сборной и готовятся к матчу с Грузией.